Предлагаю приготовить овощное рагу, очень вкусное и полезное блюдо из тушеных овощей. Рецепт приготовления рагу будет актуален в любое время года, овощи всегда можно комбинировать в зависимости от вашего вкуса и сезонности. Традиционно рагу тушится на медленном огне в казанке. Я же лично буду использовать для этих целей мультиварку. А какой способ вам выбрать, решайте сами. В любом случае будьте уверены, что получится вкуснейшее овощное блюдо, которое с легкостью займет достойное место в числе любимых. Чтобы рагу получилось более питательным, я добавляю стакан куриного бульона. Вы можете использовать любой другой бульон или вовсе воду. Просто вкусно и в пост пригодится. 1. Подготовьте все ингредиенты. 2. Капусту нашинкуйте и сложите в мультиварку. 3. Добавьте нарезанный крупно лук и морковь. Налейте масло и добавьте соль по вкусу. Тушите овощи до готовности. 4. Нарежьте кубиками патиссоны, кабачок и баклажаны, перец с соломкой. 5. Обжарьте овощи на сковороде до мягкости. 6. Помидоры натрите на терке и добавьте мякоть к овощам. Также добавьте томатную пасту, измельченный ножом чеснок, соль и специи по вкусу. 7. Тушите все вместе несколько минут. 8. Добавьте обжаренные овощи к тушеной капусте. Перемешайте. 9. На этой же сковороде обжарьте на сильном огне до румяной корочки картофель, нарезанный кубиками. 10. Отправьте картофель к остальным овощам. Налейте бульон и добавьте измельченную свежую зелень. 11. Перемешайте и тушите овощи вместе около 15-20 минут. За это время они подружатся, пропитаются вкусом и ароматом друг друга. 12. Овощное рагу готово. Приятного аппетита!